Всем привет, ребята, с вами снова Настя. И сегодня я хочу вместе с вами отправиться в медиашколу 1+1. Я покажу, как проходят занятия. И парочку советов по видеоблогингу от Марии. Свет, это тоже отдельная тема. Какой самый простой и оптимальный источник света? Это либо натуральный, либо лампа, либо природа. В общем, все правы. Это окно, солнце, природа, окно. Скажем так, это коротко. Лучше всего, если у вас нет света профессионального, просто встать перед окном, поставить штатив между собой и окном, или камеру, или телефон, на что вы снимаете, и записывать ваш ролик. Снимать лучше в дневное время, то есть рано утром не вариант, потому что еще, знаете, как-то серый свет будет. Но хорошо, но только если солнце не упашет вам в глаза, тогда вы просто будете странно выглядеть заплывшими глазами. Вечером вариант. Вот вечером все фотосессии, насколько знаю, делают вечером, потому что оптимальный свет. Снимать тоже можно вечером. Так что, ребята, запомните, что свет, хорошее настроение, звук – все это должно быть в видео. Но сейчас у нас небольшой перерыв. А сейчас к нам пришел Коломеец Александр из музыкальной группы «Арлет». А вот еще снимает Нателла Крис. Ссылочку на ее канал я обязательно оставлю в описании. Вы меня запитали, я просто прямую камеру и ничего не люблю. Что у вас помогало? Сидеть занимательно. Айфон А тут Александр учит меня с Тамарой играть на гитаре, так как мы этого, ну, вообще ни капли не умеем. Тут идет нота ля. Просто є акорди, ну, так само є акорди на фортепіано, да? Це у нас ще навіть стрижка, будемо потім просто намалювати, або ще малювати і фортепіано, я так розумію. Ну что ж, ребята, а я надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Ну, до скорых встреч. Пока-пока.